Доброго времени суток, на канале BSTSU обзор проекта PoinGain. Сейчас мы находимся на официальном сайте проекта. И давайте же сразу отметим момент. Состоялся приват сейл проекта, soft cap был успешно достигнут в кратчайшие сроки. Чем же успех площадки связан с чем? А тем, что проект данный, да, данная компания подкреплена связями с крупными корпорациями, а также разработчиками игр. В общем, объем криптоконверсий на данный момент превышает сумму в 300 миллиардов. Все разработчики, сотрудничающие с PoinGain, могут подключиться к данному рынку. В общем виде, платформа представляет довольно быстрые блоки для разработки игр, во-первых. Игры будут моментально распространяться среди геймеров. А во-вторых, облегченный способ собрать средства для вашего игрового проекта. И целью разработчиков, конечно же, было создать платформу, которая значительно упростит маркетинг и распространение игр. А вот на сайте мы видим эту замечательную команду. Здесь собрались профессионалы. Если изучить каждого члена команды более детально, пообщаться с ними, то можно понять, что данный проект нацелен на успех. Какие же проблемы решает проект PoinGain? Давайте откроем белую бумагу, которая доступна на сайте проекта. Ты изучал. Первое. Это сторонние приложения. Так, я не вас. Скачивать специальные программы для того, чтобы поиграть, довольно-таки опасная затея. Конечно же, есть лаунчеры популярных игр, без которых не обойтись, но порой мошенники крадут личные данные путем создания подобного рода сторонних приложений. Но PoinGain не требует скачивания дополнительных программ. Облегчение по... Так, это мы видим... Количество скачиваний эквивалент прибыли в долларах. Так, облегчение процедур транзакций, а также создание единой системы, где каждый пользователь может носить токены, продавать их и получать бонус за победу в турнирах. Как работает платформа? Зарегистрированные пользователи могут своими глазами увидеть всю суть платформы прямого воспроизведения. Дело в том, что геймеры могут играть во все игры HTML5 со своего рабочего стола или браузера мобильного телефона. Плюс ко всему, не обязательно выкладывать собственный проект на площадку. Достаточно зарегистрироваться и открыть для себя новый мир компьютерных игр. А пользователи, которые ищут по-настоящему стоящие проекты, могут заглянуть в специальный список разработчиков. Там они увидят перспективных людей, которые собирают средства на развитие собственной игры. Если проект приходит с инвестором по душе, они финансово помогают его развитию. Соответственно, вы представляете, да, как расширяется круг инвесторов. То есть, ну, по сути, все, кто играет в игры, да, любого возраста человек сможет иметь токены проекта, да, выиграв их в том же турнире, и потом может инвестировать в понравившуюся ему создателя, который планирует создать какую-либо игру. Отсюда объем рынка очень получается колоссальным и, соответственно, очень интересным.